Всем привет! У нас собралась горсть монет разных стран. Из них особо отличается монета, отчеканенная из двух различных металлов, и мы решили продать ее в разы дороже номинала. А как это сделать, вы увидите в этом ролике. Чтобы продать монету подороже, она должна сверкать новизной и блеском, а наша совсем потускнела. Для этого мы взяли 3% уксус и, налив его в стакан, опустили в него монету. Как видите, монета очистилась прямо на ваших глазах. Осталось промыть ее под струей воды и тщательно протереть тряпочкой. Эх, было бы все так просто, но этого недостаточно, и нам придется произвести еще кое-какие манипуляции с ней. Итак, установим тиски на край стола и прижмем монету так, чтобы линия, начерченная ранее, была в вертикальном положении. Выберем сверло, чтобы его диаметр был чуть меньше толщины монетки. Установив его в шуруповерт, начнем сверлить отверстие до тех пор, пока сверло не достигнет сердцевины монетки. То же самое сделаем и с нижней стороны. Очень важно быть внимательным. У нас с некоторыми монетами дело шло не так уж гладко. Теперь нам необходимо отделить сердцевину от внешнего кольца. Для этого мы взяли шайбу диаметром немного больше диаметра сердцевины монеты. Положив на нее монету, мы произвели несколько ударов молотком по винтику, вставленному в ее центр. Таким образом, нам удалось без особого труда разделить монету на две части, одну из которых повторно прижимаем тисками и с помощью круглого напильника по металлу аккуратно увеличим диаметр отверстия кольца. Это делалось для того, чтобы сердцевина свободно входила в отверстие. Следующим действием будет установка скрепки в отверстие кольца с верхней, а также с нижней стороны. Лишнее надо будет удалить кусачками. Чтобы скрепка не выпадала, закрепим ее суперклеем. После того, как клей высохнет, подровняем края тем же напильником. В итоге у нас получился крутящийся оберег. Осталось просверлить отверстие в ободке и, вдев вот такое вот металлическое кольцо, использовать как брелок для ключей или же носить вместо кулона. Если вы еще докупите красивую упаковку, то этот подарок без сомнения обрадует вашего друга. Ребята, как вы думаете, удалось ли нам продать монету вдвое дороже? Напишите в комментариях. На сегодня у нас все, и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А я пойду предложу свою подделку Петруше.